меня участок находится в маленьком удалении отсюда, это Кряжские улицы, если кто не знает, Кряжские, Новокурильское шоссе, вот там. В принципе, у меня в прошлом году было всего совершено на участке 9 преступлений, 7 из которых раскрыты. Административных правонарушений больно-то там не попоясните, только я там хожу, составлено незначительное количество протоколов, непосредственно участок, это 8 протоколов за целый год. В принципе, работа с населением ведется, люди все меня знают, все общаются, и правонарушения, можно сказать, сами как бы. Как у вас есть, Дмитрий Анатольевич, в принципе, у меня там тоже есть такие активные люди, которые занимаются предотвращением правонарушений. Следующий у нас идет товарищ Кордаков Олег Викторович. Номер участка назови. Номер участка 7. К нему относится улица Бакинского с домом с 20 по 40 дорожную, с 5 по 17, соответственно. Пугачевский тракт, два дома, 68-70, и также Голодный переулок, 7-9 дом. У него находится 20 многоквартирных домов, на учете стоят 19 ранее судимых лиц, освобожденные из мест лишения свободы, мы тоже ставим на учет, их 5. Без лишения свободы, то условно осуждено 8 человек. Административный надзор у него 1 человек. За 2017 год на его обслуживаемом участке совершено 17 преступлений, в том числе остались незакрытыми 4 факта. 3 нанесения, 1 нанесение телесных повреждений и 3 кражи. Это, кстати, очень большой бич тоже в нашей работе, как кража. Основные кражи у него происходят, это Бакинский 24. Дом хороший, люди все адекватные, но нет, не хватает освещения. Бьемся с этим, бьемся. Но, увы, пока нам это не под силу, и отсюда путем разбития стекол, кражи, все, что находится в машине, и плюс еще аккумулятор очень любит тоже определенной личности. Так, и последний у нас участник – это Каргаев Иван Владимирович. К его границам участка относится переулок Болотный, 6 по 16 дом. Переулок дом молодежный с 1 по 11 и Пугачевский тракт с 72 по 82 дом. У него почему-то так получилось очень большое количество сейчас подучетного элемента. Даже в один надзор был 6 человек, но один скончался, осталось 5. Это очень большая нагрузка, я считаю. Так, ну зато у него по преступлениям. Всего 10 преступлений было. В 2017 году из них не раскрыт один факт потерь телесных повреждений и 2 кражи. В принципе, работает он нормально. Вот. Вкратце я довел вам оперативную обстановку на участках. Хочу еще также опять повториться, что в настоящее время за 2017 году было гораздо меньше, порядка на 30% меньше преступлений, чем в 2016. Это, я думаю, показывает определенно нашу работу.